места. Ашхалибого Махачкала. Ручками хурматиал радио Шухайне Кулель. Жакакула Хамизко. И Эбилеб Ноябрь. Микрофон Алдаиго Анжела Саабдулаева. Позвукорежиссер Вагабова Зайнаб. Инт Амец и Эл Харбазу. Республика Эшил Урология Центр Люцаралдаса Хебергусон Туба Эшил Хурматалда Служению Здоровью Абраб Ильмиеб Конференция Тубитана Араб Коэш. Юбилей Эшил Абтадбирлда Ахалтана Республика Эшил Нухмашлев Сергей Меликовги. Рехсараб Централда Шибабша Али Дажанеб и Азаргу Анасеб Операция Габула. Хебергусон Алдажанеб Пахмуял Тохтур Забазг Удеебут Ашуна Республика Эшил Сахли Цуни Эшил. Пишем кучлик ал медицины Эшил Халду Кабазе Шапак Аталгитлуна Сергей Меликовас. 30 лет – это солидный отрезок времени, бесценный опыт, огромное богатство, которое измеряется десятками высококвалифицированных специалистов, работающих на основе последних достижений науки, принципов этики и гуманизма. Вы служите благородному делу, делу борьбы за жизнь и здоровье не только дагестанцев, но и приезжающих к нам пациентов, больных, нуждающихся, со всего Северного Кавказа. Дагестан Республика Эр Сергей Меликов дандеч уана Каспий батальон ашул рагу хабигун. Дандеч уа ашул хаг ашул дахабгиат идгу бицина хадусил циэл харбазда. Сергей Меликов асул амру ялдарикон Дагестан Республика шул табиил сурсата зулва экология шул министр шунт амуна цеве Тарумовка района шул бит эрфен вукаров Александр Зимин. Исана Мартмоцилда санаке хеук ана рихсараб министерство шул нухмашли сул ишал туразарулев шун. Худулхи ашул рукоб Дагестан Республика шул бит эр Сергей Меликов дандыч уана Республика ашул жамиия палата шул вакил забигун. Жиндиргук ашайалда Меликова спицана аэропорталда кхараб шу абаканалды гортлицан рук арал улили зул кадар ашул. Аэропорталда тубит араб акциялда ахал сарал улу кабазул цик аресив кадар хилайалда шун хенири гортли рачарал руго. Вахил улу кабазе лик абреспуго Дагестания зигурибги Кавказа шугу халк азе хасията бахарчилиги хуакиги бихиза бизи. Тушманеси пайда шолиб акциялшу ахал шун гуриб, ват анаше пайда ашли улу бихиза бизи кола бахарчилиян абуна Сергей Меликовас. Муфтият Республики Дагестан 7 октября поддержал позицию в том, что мы должны страдания палестинского народа разделять и поддерживать. И с 7, но может быть не 7, с 8 октября во всех мечетях Дагестана произносятся молитвы в пожелание благополучия и здоровья этому действительно уже скоро полвека как страдающему народу, особенно мирным гражданам. Мы встречались с общественниками, я только не понимаю, почему я перед какими-то экспертами должен отчитываться. И общественники сказали, Сергей Ильич, будет лучше, если мы будем не митинги проводить или пикеты, а если мы вот эти молитвы будем возносить в период намазов, особенно пятницы. И ни в одной мечети ни одна проповедь не уходила от пожеланий молящихся. Провести акции, да ради Бога. Я вам заявляю официально, как глава республики, здесь присутствует, наверное, представитель муниципалитетов, не было ни одной заявки, так, да, Юсуп Джамбек? Ни одной заявки, так, Андрей? Для того, чтобы провести митинг в поддержку палестинского народа. Если бы эта заявка была, она была бы рассмотрена, удовлетворена, а то, может быть, даже еще и усилена какими-то нашими общественными пожеланиями. Дагестан сегодня с палестинским народом, мы скорбим по погибшим, и мы поддерживаем вас. И мы готовы сегодня собрать вам гуманитарную помощь, и когда будет возможность ее доставки туда, мы вам ее доставим. Дагестан это те, которые предлагают министру образования по возможности принять сюда на отдых палестинских детей, которые лишились родителей. Дагестан это те, которые готовы взять на себя обязательство в вузы принять палестинскую молодежь. Это мы, Дагестан. А не эта мразь, которая выехала в аэропорт на расправу своих же земляков. Рихсарал Тюхабак Назасверунг Ашайхабуна премьер-министр Абдул-Муслим Абдул-Муслимовски. Кто бы из-за рубежа не говорил, какие бы там телеграм-каналы и так далее, не пели на разных нотах разные песни, в любом случае у нас есть исторические корни, у нас есть историческая общность в Республике Дагестан, которая сложилась, он называется «Дагестанский народ».
никто ни под каким флагом, ни под каким видом расшатать ситуацию и сплоченность нашего народа мы не должны позволить. Махачкалалдат убит анахал эйб собрание хил ола антлебилип сессия. Хельда Бурхунбук анак лук игус хуал. Тандихи байбихана цириан койоз уйташ аэропортал дакарал тлюабаканаз да сверунг ашайги хабун. Хадинал раабаз дахлун рахана сессия хал эйб собрание хил председатель Заур Аскандеровас. Недружественные силы посредством своих экстремистских ресурсов пытаются раскачать обстановку в России и в нашем Дагестане. Они пристально следят за нашим обществом, за настроениями людей, используют социальные сети. Играя на чувствах верующих, создают напряженность. Они самым изощренным методом агрессивно борются с Россией, защищающей свои интересы, суверенитет, будущее наших с вами детей. События в Хасавюрте и в аэропорту Махачкалы – еще один яркий тому пример. Их неосознанные действия, я считаю, не повлияют и не смогли бы повлиять и лечь пятном на имена наших героических земляков, которые сегодня героически и мужественно участвуют в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции и борются с нацизмом. Халкыйб собрание шул депутата Ахалшана Улиля зул парламента шул заседаниялда. Хельда Ахалшана Шамиль Умаров, Хабибула Мухаммадов, Усман Булатов ва Изи Алиев. Депутатаз жидергук ашайалда бейцена аэропорталда карб чуга бахана шул. Ва Улиля зда хуртлоб ихтияралд унюя шул ракатл шай бахана бизи колюбхия шул. Тадбиралда Улилял парламентариаз ва депутатаз бейцена куарбугель су алазул ва хельд уразария шул. Шазабиялда рюкон хединалдан дич ойалд урит изеруго студенталгун ва школа филцалдоха бегун. Расул Хамзатова сонуску сони юбилей алдабан шаи расул царалдабуги проспект алдагач алибук ана митлгу эмерт алаев мина. Хал абит урит улилрук ана махачкалая шил администрациях ва капиталия бремонта шил фондаш. Хибер абилеб октябрьш шаи цибит эзабулеб института шилк алгайлдат убит ана кудиеб хилмиеб гун практикеб конференция. Хельда спикер сунвук ана авармат ашыл бишингу шликов учитель абурат царашли ки эзралда колук эйбилеб сонаш мустахик шарав гуни б район ашыл гортлак огори бростал авармат ашыл учитель Гази Мухаммадов Рамазан. Тадбиру шыл битсене раит лолюбуго Рамазани. Ассалам алайкум хириял маарулал бараката батаги. Иркадулаб кол. Октябра шыл хибер абилеб кояш шайцей цибет эзабулев нихер института шыл калайалда тобит ана Кудияб, Эльмияб, Контрактикияб, Конференция. Хес аслияб Куарбуси на Бумбук, ана Нихер Дагестана шул, Миллияб, Маданияб, Асфу, Хималазит, Олель, Предмет Азул, Куарбугель, Масала Базда. Хесабал Деросун Рук, ана Дагестана шул, Тариха шул, Рахтал Мац Азул, Ва Адабията шул, Ва Дагестана шул, Маданият. Сазабулил Сабалгу Дарсал. Генири Ахунрук Аннаголсук, Батибат Ил, профессионалил Кейцазда, Берхен Сабиросарал, Шик Абхалви Хибугил Муалимзави, Хезри Хизаруна, секция Сулал, Данди Сабазда, мастер-классал. Хедингу пленарния Уциялда Ахалхи Абуна, Сайтлей Цибет Эзабулев Института Сул, проректор Ахмед Джабраилович Курбановас. Амма Сайтлей Цибет Эзабулев Центра Сул, Нухмар Сулев Мухаммад Батрудинович Джамаловас. Хедингу Тахагодил Царалдабуги Вельмиев Института Сул, Халту Хабаса. Варач Анапикруэлды, Хаб Рахтал Мацазул, Адабия Тазул, Олимпиада Би Федерали Абдаражалди Рахи Наруниги. Хик Аврахтал Мацасул Муалим Абраб Хейц Ханжи Хизиан Ицко Республика Алсул Абдаражал Дабук Араб Ханжик и Абилипсон Бугу Федерали Абдаражал Дебахи Набун Куарбук Эмбих Хизабуниги. Нихер Ростал Вадуняла Сулгу Шаирилан Аршаров Машуров Расул Хамзатова Сихаб Тубаров Сунгу Сайга Табумбук Аниги. Хебишунгу Хималазе Аслуги Тучки Мадания Тасул Ва Адаба Сул Нихер Рук Аракина Сул Холи Лильдар Сазул Сах Тазул Кадар, школа с Дадах Сумбук Инах, Кудиеб Ахибали Бук Ана Шиво Данди Сарасхеб, Эльмияб Гум Практики Аб Конференция Алда. Ва Ахиралда Резолюция Алда Сун Тот Себесеб Хюкму Кот Ана Бишун Чарахич Эб Сумбук Инин, Кинал Ниги
бак аста салдоқа ба захта мац и адабият ки жидерко маданият ки хаза бизибук эни хел дарс зу кадар цик кина биялдат ат ва хулбуго кина киналниги харулил акция здиги торит олил киналниги тадбир здиги данди кун хеле хел дарс алги цик кинарун эцко химала зулкун хабулеб халт и хакиқи аб кут салда бишан кизабия шул бук эни нисер талих ки ва мац айналда миллиат билли алда бугер хэнтэгэ труэзабэйлэ сумас алайлэн абэн. Ахир алда кинналнэгэ ахал чаазда цэхара мэхар пикру цорханаха рихи зарурал мастер-класс алгэ цэрэр ахэн алгэр отганэлэ гудия пайдагэ шанэлэн абэн. Хэл хулбу гуханэ жэца хэмэнэ бабурад ахал лэгэ лэг аб хасэл алдэр ачэн алда ван тастэг арурал тэкрабэгэ румру алдэр ахэн алэн абэн. Ханжибитина авартеатрал ноябрь Моцарт урит изиругель тадбиразу. Он кабеле в ноябрьда искусство базул сордо. Хепкола у каждого шибаб сонал маданиятлу идара баздат обид улеб акция. Хеп сордоэл авартеатралдат обид изибугу Расул Хамзатов ракалдешуэллу тадбир. Хелди ини бехула чобого. Ацилцо абеле в ноябрьда цоясалу лунгуго бахаров абураб комедия. Ацил антлабилеб ноябрьда семья вурдалака абураб социалиаб драма. Колок и эбилеб ноябрьда эмиретиалда сабахарай абураб спектакляшу премьера. Хединал рук анац иел харбал, паркала энекарасюк.